Фирма «Муравей». Грузоперевозки по городу и району. «Газель» от 350 рублей за час. «Ишкаблучок» от 250 рублей за час. Телефоны 8-912-954-21-71. 4-21-71. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» сообщает, в связи с чисткой резервуаров чистой воды, проводимой в соответствии с планом подготовки предприятия к работе в зимний период 2019-2020, будут остановлены фильтры на городской станции обезжиления с 12 июня по 2 июля. В период проведения работ будет иметь место ухудшение качественных показателей питьевой воды. Администрация предприятия приносит извинения за неудобства, связанные с проведением работ, и просит отнестись к остановке станции с пониманием. Успешно и в полном объеме проведенные профилактические работы сегодня – залог качественного и бесперебойного обслуживания наших абонентов в осенне-зимний период. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.